Воспитанники Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. На марше парадные расчеты воздушно-космических сил. Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. В ее составе 61 единица боевой техники, стоящей на вооружении российской армии. Над Красной площадью знаменитый кубинский бриллиант в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев.